Журналисты и активисты «Актуальной правды» прибыли в Генеральную прокуратуру, чтобы задать множество вопросов, которые накопились к правоохранительным органам. Когда понесет наказание за нападение на журналистов «Актуальной правды» директор государственного предприятия Центра сертификации и экспертизы семян Роман Крапляк? Потрачены 3,5 миллионов долларов США, выделенные американскими налогоплательщиками для реформы здания полиции Голосеевского района, за что Голосеевская полиция незаконно арестовала журналиста Сергея Медяника. Нет, я никуда не могу. Вы слушаете меня или нет? Я мое право затримать. Я вас затримаю для суда и административного права. Я слова ничего! Журналиста не трогай! Почему не проведено расследование правоохранительными органами о продаже информации об умерших людях похоронным фирмам, сотрудниками 7-й подстанции скорой помощи? Передает вы этим ритуалом службу, да? Да. Не, я в этом деле не участвую. Так мы же и вас не... Честно вам говорю, один раз у меня была дочка там звонила, жаловалась, я говорю, мы еще не приехали, я еще на вызов не приехала констатировать труп, уже... Дочке звонили несколько раз ритуальная служба. Я говорю, я не участвую. Она говорит, я потом уже вечером разобралась, просто настолько неприятно. Горе, а тут звонят и предлагают свои услуги за какие-то баснословные деньги. Когда прекратится использование Киевской областной больницы похоронной фирмой «Сияние» в своих бизнес-целях? Роман Крапляк, это, кстати, касается Генеральной прокуратуры. Роман Крапляк, директор государственного предприятия «Центр сертификации семян», был арестован в 2017 году на основании того, что он требовал за своих директоров филиалов взятки 1-1,5 миллиона гривен. И мы когда приехали на собрание задать ему эти вопросы, он организовал нападение. На журналиста «Актуальной правды» было открыто дело Волосельской полиции. Прошел месяц, они ничего не расследуют. Это факт номер три, что Волосельская полиция нифига не информирована, что эти деньги были сворованы. И почему мы приехали в Генпрокуратуру? Ну потому что мы были в Волосельской прокуратуре. Нам сказали, что все, сразу этим займутся. Неделя прошла, мы не видим. Не видим, что этим занимаются. Скорые помощи у нас продают информацию в похоронном бюро про умерших пациентов. Я молчу про этику и так далее, человеческое отношение к этому. Просто элементарно торгуют данными людей. Это противозаконно, это запрещено. Эти похоронщики сразу едут домой на квартиру умершего, агитируют родственника. Те в горе, они не понимают, что происходит, они подписывают договор. И сразу же они забирают этот труп, везут в гараж, потому что у них своего помещения нет. Он ночь в гараже, ладно зимой, а летом. А утром везут в Киевскую областную клиническую больницу. И там выдают, то есть используют территорию Киевской областной полиции для своего бизнеса. Там проводят прощальные церемонии. Там они делают гробы, они их там продают. Они там делают венки, они их продают в больнице. Так давайте мы все больницы переделаем морги. Пускай все больницы будут моргами, а там будет похоронное бюро. Активисты и журналисты «Актуальной правды» возмущены закрытием глаз на эти преступления и требуют от Генеральной прокуратуры ответов и скорейшего наказания виновных.